А знаете ли вы, как появились на кухне кастрюли? Впервые в истории эта посуда для приготовления пищи появилась во Франции в 17 веке. Основным ее отличием от широко используемых тогда горшков было наличие ручек и крышки. Вначале кастрюли изготавливались из меди и чугуна, позже из железа, но обязательно с длинной ручкой. Сегодня такую посуду называют сотейниками. В 1839 году в США появилась первая эмалированная посуда. Она имела низкую цену, легкий вес, гладкую глянцевую поверхность и не окислялась, соприкасаясь с продуктами в процессе варки. В 1921 году французы изобрели нержавеющую сталь, из которой производится большая часть современных кастрюль. В России эта кухонная утварь появилась в 1720 году, когда Петр I подписал указ об издании морского устава, где закрепил обязательное наличие на корабле 12 кастрюль, складывающихся одна в другую. Само название произошло от французского слова «черпак». В немецком языке кастрюля долгое время обозначала сковороду, предназначенную для тушения еды. Делись этим видео с друзьями! Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.